Друзья, всем привет! Удалось заснять случайно необычный баг, как Лесли стреляет по Дариусу без урона. Сейчас обращу на это внимание, баг будет прямо в начале игры. Играю за Дариуса в ранге, на эпике, через лес. Сначала стандартное, Тигрил АФКшит, начиная с красного бафа, нижняя линия никому не нужна. Так, у нас два стрелка, смотрим карту, Лейла бежит вниз на линию опыта. Я как бы начинаю по стандарту, забираю красный баф. Ничего такого пока не происходит. На нижней линии играет у нас Лесли с Наной. Вот баг будет именно там. Сейчас я пройду через весь лес, то есть заберу мишку, потом заберу речного монстра, кувшинку жучков, и будет ганг на нижнюю линию. Так, смотрите, сейчас посмотрим. Так, забираю здесь речного монстра. Тигрил переподключился. Вроде как все должно быть нормально сейчас. Так, забираю жучков. Пока все нормально. То есть урон по мне проходит, я хилюсь. Все, выхожу на нижнюю линию. Вот сейчас. Сейчас. Вот смотрите, Лесли. Так, прыжок в Нану. Отталкивать. Оп, первый выстрел, Лесли. Второй выстрел. Третий выстрел. Четвертый. Пятый. Обратите внимание, урон вообще не проходит. Лесли по мне стреляет. Пересмотрите этот момент еще раз, несколько раз. Кто что думает вообще, почему такое происходит? Было у кого-то такое или нет? Я сам просто в шоке. Не знаю, что думала Лесли на тот момент. Как так получилось? Почему выстрелы Лесли по Дариусу не наносили урона? Попробую потом в пользовательском режиме это все протестить еще несколько раз. Но такого на самом деле быть не должно. Кто что думает? То есть сначала я играл, в принципе, показалось нормально. Но когда пересматриваю этот видеоролик, понял, что что-то тут не так. Такого быть на самом деле не должно. А так играю через лес, забираю черепаху сразу же при появлении и занимаюсь фармом. Появился красный баф, опять на красный баф. Вот именно что хотел показать. Бой не буду удалять, покажу полностью, что как, мало ли кому пригодится, может быть, кто играет за Дариуса. Забираю красный баф опять и дальше по новой. Что за дела происходят в игре? Не знаю, нормально это или нет. Нормально для разработчиков каждую неделю новый скин придумывать, который стоит очень много, целую кучу алмазов. Так, сыграю через лес, забираю крипов на линии. Если их забрать некому, а если подходит, как в данном случае, Эйдора, то отхожу от крипов, пускай забирает она их сама. Против нас тут же Наташа играет. Наташу не забанили. Ну, на эпике стандартная ситуация. Если Наташу Ханзу не банить, то их забирают. Либо наши, либо противники в основном. Но Наташа не такой уж страшный персонаж. Враг берет Наташу, набираем пик потолще, и все нормально будет. Так, ну здесь, конечно, Эйдорку жалко. Все кнопки враги в нее прожали. И за мной сейчас погонится. Да, вон Кагура. С Наной в паре. Не связываюсь с ними. Против 2-1 тоже как бы тяжеловато. Ну, тут бой недолгий, враги сдадутся. 4 минуты игры. То есть я играю, записываю все видео. И всякие интересные моменты, само собой, выкладываю. Так, ну здесь засада небольшая. Хотел убрать Кагуру. Кагуру интересный второй навык, который дает ей очищение и эскейп. Кто не играет за Кагуру, обязательно попробуйте. Очень интересный маг. Черепаху забираю по КД. На эпиках Дариус чувствует себя отлично. Через лес играется неплохо. Играю через лесной топор. Лесной топор, сапоги на деф, зеленый меч дали, топор на вампиризм от навыков, и там дальше по ситуации крылья, оракул. Речную кувшинку тоже также забираем по КД.
увеличит мобильность вашу по реке, плюс оставит вард на реке. Обратите внимание, как забираю вражеский лес. Забираю не просто лоб в лоб, а отвожу именно в кусты, чтобы меня не видно было, когда я забираю. Также забираю мишку, вообще забираю весь лес. На лайне крипов стараюсь не трогать, без надобности, если только надо задефить. Вот сборочка, как вариант, можете ее попробовать. По навыкам прокачиваю первый на максимум. Ну и стараюсь играть от заряженной пассивки. Пушить также не стесняемся. После 5-й минуты уже начинаю полноценно забирать крипов. Вижу, тут заварушечка какая-то на нижней линии. Быстрее бегу туда тоже. Помочь, мало ли, на перехват. Ну и здесь пушим уже. С нашей стороны играет Беатрис. Новый стрелок, который вышел недавно. Последний стрелок, что вышел. Это я имею в виду про стрелков. Очень сильный сам по себе перс. Ну и все, в принципе, здесь уже сейчас конец боя будет. Враги будут сдаваться. Толпятся они что-то здесь под башней. Наши тоже играют очень агрессивно. Особенно Беатрис. Перефарм у нас уже пошел на 7000. Но вот именно баг по стрельбе Лесли по Дариусу. Это что-то необычное. Это нечто просто. Было у кого-то такое или нет, друзья? Напишите в комментах, поделитесь этим с нами, со всеми. Кодовая фраза для микродоната. Принц бездны. Так, ну и все, здесь забираю черепаху. Также по КД, это что, третья черепаха получается. Врагам не до черепахи особо. Наши их жмут. Ну и все здесь. Последний удар по черепахе. Враг признает поражение. Вот такая игра. Тут дело не в игре. Самое, что хотел показать, это вот именно обратить внимание на баг про то, как Лесли стреляла без урона. 5 выстрелов подряд. Это жесть какая-то. Скины выпускать новое одно. Это хорошо, конечно. Красиво. Заработок для разработчиков. Но баги — это плохо.